Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет Хэллоуин. Ну и я хочу сделать, естественно, какой-нибудь мейк, ну на самом деле, в котором я буду на Хэллоуин. Итак, я не знаю, образ кого это будет, ну я думала взять Малефисенту, но потом что-то подумала, не хочу. В общем, у меня есть некоторые атрибуты, которые мне хотелось бы сочетать и вообще попробовать, что-то я буду пробовать первый раз. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. И кому интересно, оставайтесь со мной. Может быть, мой образ понравится вам. Итак, первое, что я хочу, это вот такие переводнушки. Я купила их в Мармеладе. Хочу вот так вот их сделать. Но это, походу, переводнушки. Не знаю, что из этого выйдет. Короче, начинаем. Перевожу. Снимаю пленку. Надо как-то ровненько наклеить. Во всем этом главное ровно все сделать. Ну, малышек. Что он там капризничает? О, как это. Не знаю вообще, правильно это делаю или нет. В общем, где получится, походу уже пора снимать, да? Ну что? Вторую главное приклеить ровно. Ну-ка. По-моему, симпатично. Ой, я волос зацепила. Маленький кусочек волоса зацепила. Блин. Не повторяйте моих ошибок. Блин, там волосы под низом. Одну вытащила. Фух. Аккуратно надо. Так, теперь вторая. Вот тем неудобнее вот эти вот наклейки, переводнушки, тем, что ты, блин, клеишь, и, честно говоря, не поймешь ты, короче, куда. Ну, в общем, если будут они у нас неровные, типа так задуманы. Ну, блин. А оно может быть неровным. Ладно. Нет, оно конкретно так неровное. Хорошо, что оно перелетывается только когда... Блин, и как же мне? Сейчас я наклонюсь здесь, короче, сделаю поровну. Короче, вот. Скорее мочим. Мочим. Блин, это будет обидно, если все криво получится. Пора снимать, похоже. Блин, ну да, криво. Да блин, волосы, зараза. Ну так, немножко кривовастенько, но не так, чтобы двигались бы они еще, было бы супер вообще. Ну, короче, я же говорила вам, типа так задумано будет, да? Мы же сейчас еще сделаем сверху что-то. Так. Ну и теперь, чтобы довести все это дело до ума, нам нужно сначала замаскировать все лишнее как следует, для того, чтобы рисовать какие-то контуры. Я хочу выделить как следует скулы, потому что я это люблю, и наконец-таки я могу этим воспользоваться как раз-таки на Хэллоуин, выделить как следует скулы. Так. Я беру мою любимую Make Up Forever, второй номер, и прям как следует сделаю скулы. Пошла что-то неровно, да? Лишнего дала. Так. О, матрёна. Здесь
подотрем. Блин, надо сделать еще вот здесь. Хоть Хэллоуин это и надо быть страшной, но я считаю, что нужно всегда оставаться красивой. А вдруг вы на Хэллоуине встретите своего принца? Я-то своего нашла уже. Потом в конце видео открою вам секрет сегодняшнего Хэллоуина моего. Так, смотрите. А кажется, глаза такие здоровые, да? Ну и теперь мы поработаем с вами кисточкой моей любимой. Будем брать темные цвета. Нам нужно все это дело затемнить. Вот так лучше-то получается. Дальше я рисую глазки. Кому хочется еще поярче, можно еще подводки сделать, подвести. Теперь мы берем красную помаду. Рисуем губы. Так, распускаем волосы. Ой, красота какая! И наш последний штрих. А может не последний? Сейчас посмотрим. Мы одеваем наши рога. Ну, смотрите, какая красивая. Может быть, я какая-то ведьма или чертиха. Я не знаю, как меня назвать, но мне кажется, ну, сразу бы все поняли, если бы я была свободная девушка, сразу бы все поняли, что со мной связываться опасно, но тем самым было бы это всем интересно. Но так как я девушка занятая, и у меня уже есть даже ребенок от любимого мужа, то я вот с этим макияжем останусь дома. И вот мой секрет. Я никуда не пойду. Хэллоуин у меня дома. Но я рада, что есть у меня вы, что я смогла сделать что-то красивое такое, попробовать. И может быть кто-то, кто сделает такой же макияж, сегодня найдет своего принца в эту страшную ночь. Кстати, значит, вот эти штуки, сразу скажу, переводнушки, и вот эти вот замечательно красивые рога я взяла в Мармелада. И взяла я их, кстати, по своим подарочным баллам. Я уже говорила о том, что у меня есть приложение Мармелада, и там, когда ты покупаешь, тебе начисляют баллы за покупки. Ты можешь отвечать на вопросы, получать денежки. Ну и также, если вы при регистрации введете код, который я оставлю под видео, вы тоже можете заработать еще 30 баллов, равных 30 рублям. И когда все это накапливается, вы можете прийти и просто баллы потратить в Мармелада. И вот я так и сделала, у меня вот эти наклеечки, вот эти рога, они мне в подарок вышли. Вот такие. Так они стоят 390 рублей, а наклейки стоят 100 с чем-то, 190 или 150, я честно не помню, не буду врать. И что еще хотела сказать? А, помада у меня красная Тиан Дэ. И, ну, в принципе, все. Вот этот вот такой вот образ несложный. Можно еще как-то заколоть вообще вот эти вот. Смотрите, как красиво. В общем, мои хорошие, я желаю вам прекрасного Хэллоуина, чтобы каждый обрел все, что хочет, отдохнул или нашел свою половинку. Главное, чтобы вас сильно не пугали. Ну, а кто хочет испугаться, пусть вас напугают так, что аж прям... Ну, а если понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. Ну, а мы с вами прощаемся и увидимся в следующем видео.